открылось именно название «Благодарные ученики» и взаимосвязь его с названием всего комплекса «Светолуч». То есть когда произносится «Светолуч», «Благодарные ученики», то вот эта композиция, она и рассказывает именно о том, какие они благодарные ученики «Светолучи». Эта композиция открылась сегодня как завершающий, заключительный аккорд «Светолуча». То есть благодаря тому, что пройдены именно те уроки, те знания, которые встретились в предыдущих композициях, благодарные ученики как бы подводят такой радостный завершающий аккорд. Но есть совершенно такое ясное чувство, что завершение здесь – это как начало. Именно открывается, что такое ученическая благодарность, в чем она проявляется. Она именно из благодарности за и прошлое, и настоящее, и будущее. И именно как благодаря этой благодарности и происходит именно движение вперед. И неутомимое, и неустанное, и есть силы для движения вперед. Именно благодаря этой благодарности.